Здравствуйте, уважаемые зрители канала Klagemauer TV «Стена плача». Иудаизм и сионизм – это не одно и то же. Интервью с международными раввинами, верующими евреями, взятое в Берлине в 2009 году, проливает свет на то, почему критика сионизма снова и снова ассоциируется с антисемитизмом, ненависти к евреям. Иудаизм и сионизм – это две разные вещи. Иудаизм является религией, духовными принципами для служения Богу практикуется евреями в течение тысячелетий. Сионизм – это измененная нерелигиозная форма иудаизма, образовавшаяся 100 лет назад и принципиально отличающаяся от иудаизма. У сионизма только политические и националистические цели. Сионисты, по сути, являются атеистами. Согласно основной концепции ортодоксальных евреев, не должно быть политического государства только для евреев. Ортодоксальные евреи считают себя лояльными гражданами Израиля, они осуждают преступления, совершенные против палестинцев. Однако они публично выставляются сионистами как антисемиты, как евреи, ненавидящие самих себя. Представители и сторонники сионизма утверждают, ортодоксальные евреи представляют иудаизм, не имея на это права. Они надели на еврейские общины мантию и злоупотребляют этим прикрытием в своих политических целях. На этом фоне можно лучше понять ошибочность смешивания сионизма с иудаизмом, а также причину, почему каждый, кто ставит под вопрос политические действия государства Израиль и его сторонников, получает клеймо антисемитизма. Всего вам хорошего, до следующих встреч!